Ой. Всем привет. Переднюю открывай. Мы едем в деревню. Мы уже когда-то тут были. Если кто смотрит меня давно, тот знает это все место. Мы едем в деревню на хутор копать картошку. Так что будем впахивать. Уже Ксюшины родители ждут. Рабочую силу, ждут рабочие руки. У меня, ребят, вообще нету, вообще мелочи, а что это надо? На пописать. А тут еще пописать надо платно? На пописать? Кошмар. У меня нету мелочи, я бабушке все вытащила. Не петунья это разве? Это один туз. А я думала, что это петунья. Это разновидность петунья. Ты мне говорила, как это называется? Ее называют на базаре курицей. Курицей называют, видится? Классная курица. Сыры наши вкусные. Слушайте, сейчас вот я тут посмотрела, так обмельчало озеро. Если вы старое видео там мои посмотрите, то вы увидите, что... Смотри. Что там? Ты свое транспортное средство оставила. Ну не выхожу. Смотрите, как обмельчало озеро вообще просто. Вообще воды нет. Вова говорит, ты свое транспортное средство. Издевается над мамой. Вот видите, какой у меня ребенок издевается над мамой, да? Вообще ужас, да? Правда, Кирюша? Я киндер съел. Молодец. Вот так. Так что смотрите, какой. Сейчас подойду поближе. Слушай, ну вообще мелкая. Вообще нету вообще ничего. Просто, а было же вообще просто ужас, кошмар. И там стояло, если тоже посмотрите видео, если я найду ссылку, я вам вставлю. Вот там стоял домик, банька. Ну, раньше здесь банька была такая, сюда приезжали всякие и купались в этом озере. Но... Ну, не надо. Куда ты там пойдешь? Смотри, там какие-то камни. Не надо, не дай бог, свалишься, ну нафиг. Зачем проблем? Потом будем тебя выковыривать. Вот. Ну, нет, это было вот здесь прямо. Да, да, может, да. Убрали уже. Убрали. Потому что еще когда мы были в прошлый раз, когда вот я была... ну, 2,5 года назад. Он еще был. Посмотри. Вова надо мной издевается. Стой, смотри. Ну, все. Он говорит, посмотри, мама, ты забыла свое транспортное средство. Смотри, вот видишь, как и что? Ну, сейчас увидишь. Он сейчас... Ну, вот сейчас увидишь. Метлу, что ли? На Нимбусе. Нимбус 2000. Нимбус 2000, точно. Вот так. Слушай, как обмелька. Вообще, я же тебе говорю, кошмар. Ой. Это же Даугава, это Даугава. Поэтому рыбы нет. Ну пойдем в пекарню, зайдем в магазин. Пойдем вон там, вот этот самый, выйдем, там должен быть кораблик. Помнишь еще? Я не прошлый раз был. Ну был кораблик. Там лодочек. Еще Кирилл провалился куда-то. Да, да. Когда мы были. Не было, да. Вот да вон что-то... домик ты, вон там стоит домик. Да? Да. А, может, я уже... Ну что-то все равно, что-то здесь они изменили. Вон домик. Нет, вон он. Просто мель стал. Да, ну, а, да, вот домик, вот. Да, да, да. Посмотри, видишь, обычно берег выше. Да, угу. Вот домик и был кораблик еще в прошлый раз. Так, вот он там. Был какой-то кораблик, да. А вон кораблик. Мам, вот кораблик. Это причал, наверное, какой-то там они сделали, да? Нет, там другой был, только какой-то, мне кажется, деревянный был. Вот смотри, если тут встать и вот так смотреть... Памятник Палусу. Да, да. Здорово, но я не знаю. Ну вообще, ну вот. Это обелиск ты, дурной. Я с обелиском 35 лет хожу, оказывается. А точно смотри. Ну конечно, реально посмотри. Слушай, я сразу это заметила, но я ж промолчала. А я обелиск, обелиск, а это... Все, теперь у Петра новое имя. Обелиск. Ой, кошмар. Вот так, молодежь и подрост. Ну, пойдемте, зайдемте. Хотите в пекарню? Пошли, зайдем. Ну, они сейчас же, они сейчас делают вот это маленькое у них производство. Угу. Они же подставляют и на Риме, и на Максиму. У них огромный тот объем. Ну, вот смотрите, какой-то новый магазин. Раньше не было этого магазина. Не, они не бюджетные. А это сувенирная лавка. А, сувенирчики. Я поняла то, что ты без обуви. Я? Да. Нет. Я с обувью просто не видно. Ну, смотри, наша тема. Котелочки. Готовить здесь. 74 евро. В общем, лайфки. В общем, у нас здесь сувенирчики классные. О, Кирилл, смотри.
Поплавки всякие. Да. Где? Да. 16 евро. Оставь, потом было не распасть. Да. Сейчас, Алена, сумка что-нибудь? Как я так что-нибудь... Ой, смотри, рождённый рыбач. О, это мне надо, это мне надо инсу было купить такую. Мне купить. Да. Да, да, мы, как крыло самолета. Смотри, Алёнка. Зайчики, котики. Смотри. Да, моя тема с зайчиками, да, стирать. А это моя тема стирать. Ну, твоя, да, больше даже, правильно. Ну, вот это так прикольно выглядит. Ну, это прикольно, конечно, это все ручная работа. Все ручная работа. Ну, лёд, между прочим, весь литовский. Угу. Я, кстати, смотри, передний такой хорошенький. Смотри. Да, смотри, какой вот, симпатичный. Такой надо? Сколько стоит? Покажи. Завяжется сзади. Сколько стоит? Сколько? 30. Ужас. Нет, не что надо. Охренели, я лучше куплю кусок, или я сошью. Я запачкаюсь и постираю. 35 евро. Ну, очень дорого за... Ну, лен, но все равно. Все равно цены как-то неадекватные. Вот, смотри, рыбина какая. Чего она? А это папье-маше. А, плюшевая рыбина. Это карась, щука. Карась. Или кто это? Смотрите, нет, это карась, щучка. Это... Мы не тем занимаемся, ребят. Это... А это форель радужная. Радужная форель. Сколько стоит радужная форель? 16 евро. Спасибо, не надо. Сколько? Спасибо, не надо. Ну, красиво. Посмотри, милость, вот нам надо. Понюхай, как пахнет любовь. Не так, как ты думала. Я думала этим, как его там, черт побери, забыла это слово, обелиском там каким-то. Ой, какая красота. Мыльца всякие, скрабы. А это, видишь, это под янтарь свечки. Это мыло. Это мыло. Мыло, да. А оно внутри с янтарем еще? Ну, может быть, там какие-то штучки. Это, которое мне очень нравится. Вот он, эвкалипт, Вова, видишь? Сразу. Помнишь, я... Вот у нас такие растут по дороге. Я их обожаю, как они пахнут. Не, ну вот это у нас хороший, вот этот, круглыми листиками. Да. Мои вот эти все янтари. Мне надо поехать на центральный рынок, купить подарки. 13 евро. Ну, это понятно. А вот ты должна такое себе, на такие, придешь на работу, блядь, пироги как за месяц, вообще все охуеют. Ну, вообще, между прочим, очень красиво. Очень красиво, очень, очень. У меня на работе, вот, бабы на праздники такое одевают. Да? Да. Не, ну, мне вообще такое нравится. Они Петры. Нормально. Смотри, с вишенками какие. А, это запонки. Вот запонки. Да. С козлами. Вот. С козлами. Можно какую-нибудь... С козлами надо. Я за хоротом уже. Я там рога свои оставила. Куда мне их положу? Там совсем... Свечечки всякие. Ну, мне нравятся эти. Я люблю свечи. Смотри, они с янтарем. Я буду покупать, я тебе куплю. Какие тебе нравятся? Потому что мы сладкое не едим. Ты бери, который... А я возьму с какой-нибудь сыром. Шоколадно. Хорошо, 4 шоколадных, да? Ну, сейчас я куплю шоколадный муклер, а нам с тобой ванильный. Какие? Возьми вот эти с сыром. Вот эти, да. С сыром и... И вис чили тоже возьми, они одинаково стоят. Хорошо. Возьми вис чили и... Сколько, я ж не знаю. И как, поштучно или на вес? Они на килограмм. На килограмм, ну сколько там, а я даже не знаю, сколько они весят. Ну, вот смотри. Штук 5 и 5.
вообще такая вкуснота у нас делится. Мы набрали вкусняток, всяких профитероли, пива. В общем, всего-всего. Ребят, я, слушайте, иду. Ой, дождик опять пошел, кошмар. И сейчас посмотрим, тут вот пекут хлебушек, и на самом деле тут даже как видно, но как они работают. Ну, по-моему, следующие. Здесь они, по-моему, на следующем окошке. Здесь уже именно там вот они месили. Смотри, физалис. О, раз, да. Смотрите, девочки. Физалис. Первый раз вижу. Из папоротника. Угу. Так, вот здесь они столы были. А, ну да, вот, видишь? Но они сейчас ничего уже... Ну, некрасиво так с дядьку снимать. Ну, нет. Ну, все уже. Все, тут они уже сухари какие-то сушат. Все? Видел, Вовчик, они там хлебушек вот за окошком, нет? Нет, я не посмотрел, но я понял, что они пекут. Да.